27 октября в Каспийске представители администрации города проверили ход работ по благоустройству бульвара имени Абдуллаева с установкой памятной стелы «Город трудовой доблести». Отметим, что выездное совещание прошло под руководством главы города Бориса Гонцова. На сегодняшний день уже выполнена основная работа. Стела практически завершена. Идут работы по благоустройству и озеленению территории. В ходе проверки глава Каспийска вынес подрядчику некоторые замечания, а ресурсоснабжающим организациям было поручено выполнять задачи сообща для улучшения качества работы. Кроме того, к объекту были привлечены городские художники для того, чтобы придать эстетический вид и красками выразить уже готовые изображения на памятной стеле. Отметим, что в проверке приняли участие заместители главы Каспийска Сергей Шахвалиев, Гусей Нункилов, Арсен Шарифов, советник главы Каспийска Рамазан Халилов, директор МБУ «Зеленый город» Магомед Багамаев и многие другие. Представители госструктур Каспийска провели тщательный осмотр по всему бульвару. Завершение работ по благоустройству и строительству стелы планируется 5 декабря текущего года.